Всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард, и на этом мы закончили предыдущую часть. Давайте же мы продолжим. Мы продолжаем проходить Лего Гарри Поттер кода 1.4. Так, это надо было все-таки пропустить. Так, ролик нам сейчас покажут. Посмотрим, я не знаю. Как только я заснял предыдущую часть, я сразу же начал вот эту. Так, через секунду, две. Ага, то есть я мог все-таки пропустить. Давайте-ка пока осмотримся. У нас здесь есть вот такая вот фигня, таблица. Мы здесь ни одного персонажа не получили, ни одного, и одного. Также мы местами же получали штучки гриф, эти фигнюшек. Так, ну окей. Так, сколько на денежек? Ага, я видел. Пойдемте посмотрим. Ух ты, пух, как лагануло. Так, мне интересно, что мы можем купить? А ты здесь что делаешь? Получил по заднице. Так, посмотрим, здесь у нас персонажи покупаются. И, правда, не очень удобный способ. Мы уже открыли только одного персонажа. Так, ну сейчас еще одного открываем. Давай персонажа. Спасибо. О, мы даже до этого персонажа еще не дошли. Офигенно. Так, соберем-ка тут все. Вау. Гермиона, мы получили тебя. Так, ладно, уходим на миссию. Это что делает, его тоже не видели. Что вы? Фигня какая-то. Драга тут ходит. Вставай, бестолочь. Читер. Короче, погнали. Хогвартс, как говорится. Хотя так не говорится. Начнем. Ровно 8% прошли. Мы крутые. Ждем. Нет, много ждем. Много. Мы много ждем. Так, что у нас уже нет? Запрет нам показывают. Давайте быстрее, ребятки. Эта вещь такой выкидывает его на. Успокойся. Не иди к шляпе. Ну что он делает? Идиот. Он бы что-то застрелился. Да схватить его не мог, пока он бежал. Придурок. Капут. А это стал есть еще. Да, попался он. Даж камеры стоят. Здорово, чё? Как он его нашел? Вообще непонятно. Пол дома снес. А он убежал. Потому что на Дадли на все насрать, он ест. Даже птичка закрылась. И упала. Хохочет все.
Так, наконец-то мы играем. Давайте соберем моцик. Или что это? Мини-трактор. Круто, что? Так, ладно, идем в здание. Хорошее, оно такое маленькое, а внутри такое большое. Большое такое. Вот куда она пошла? Да. Так. Да. Кран. Ставься. Так. И все само ушло. Ну молодцы, чё. Мы продолжаем. Что это за фигня? А мы накрыли на стол. Мы же молодцы, правда? Нам за это заплатят. Извините, у нас была просто проверочка небольшая. Здесь все красиво. Пошел отсюда. Идиот. Ты отойди. И вы откройтесь. Давай, вылезай. Выпендрится. Вот почему они его не принимают? Он же тоже их член семьи. А смысл мы ее брали? Что за... Так. Окей. А, у нее этого не было? Палочки-то. Значит, сами можем и валим отсюда. Уже пошли куда-то. Да, логично. Фильмы было все по-другому. Да, быстрее. Ничего не поняли, короче. Скелетов боится. Какое дебил. Дохлые рыбки, вот их жалко. Так, мы продолжаем. Короче, ему руку оторвало. И все. Так, больше ничего не произошло. Просто опять пришлось мне прерваться. Двоих сейчас сыграем, да? Это было жестко. Довольно жестко. Так, опять проверяли. Ничего интересного вообще. Ладно, пойдемте вот сюда. Здесь у нас деньги и все. Идем опять сюда. Даже как-то без музыки. А, понятно, что там творится. Так, здесь что-то собираем. И этот шут гороховый тут танцует. Его забрать нельзя. Ладно, мы идем вот сюда. О, мы что, рыбок спасли? Странно. Они были мертвыми. Ну ладно. Нам же лучше. Рыбки живы. Так, ладно. Тут еще есть денежки. О, эти дали денежки. Рыбки-то. Рыбки-то не бедные. Так, ладно. И... А, да, сейчас мы получим. И все, Хагрид. Собирать. А, кстати, невидимая штука-то. Так, берем денежки и отдаем ему меч. Смелый малый. Какая тупая смерть.
Пойдем. Открывайся. Так. Да ты... Еще что-то... Еще... Собираем. Какую-то муть. Сейчас мы этот прилавок закроем. Да, вот так вот, поняли. Усели. И все. Там деньги. Да деньги не дали, господи, уроды. Я тоже испугался. Шучу. Ну тогда, ну что за ерунда? И что это было? Ладно. Идем за Гарри. У него больше способностей. Здесь что у нас? Мы Гарри получили. Мы как... А, ну, в каком-то свитере, а у нас красный свитер. Понятно тогда. Идем опять сюда. Все фанатеют из-за этого идиота. Как он всем нравится? Лохан какой-то. Книжку стащили. Отдал книжку, а быстро. И подсунули еще одну. Вот уроды. И сделали свое дело, уроды. Ладно, в общем, мы пошли этот уровень. И как что... Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Викар. Всем удачи, всем пока.